Порой народные названия праздников могут заслонить настоящий смысл важных дат церковного календаря. Наверное, наиболее ярко это проявляется в праздниках августа – медовом, яблочном и ореховом Спасах. Празднику изнесения честных древ Креста Господня, с которого начинается Успенский пост, как правило, на Руси собирали мед. Поэтому праздник и получил название «Медового Спаса». Слово «Спас» здесь тоже не случайно, поскольку так люди пытались подчеркнуть важность и главенство самого Бога, Спасителя Иисуса Христа. Именно Иисус Христос стал человеком, стал спасителем, взял на себя грехи и спасает человека. Собственно, от этого и происходит название «Спас». С одной стороны, Спас как Спаситель Иисус Христос, с другой стороны, само действие спасения. Праздник Преображения Господня относится к числу двунадесятых, то есть важнейших после Пасхи праздников в православной церкви. К этому времени люди обычно собирали богатый урожай яблок и других плодов, которые уже поспели. Отсюда и яблочный спас. В ореховый, или как его еще называют, хлебный спас, люди выпекали хлеб и зерна нового урожая, собирали орехи. В церковном календаре 29 августа этот праздник тоже посвящен Иисусу Христу, его нерукотворному образу. Вот мы имеем вот эти три праздника, которые, может быть, заставляют нас задуматься, заставляют нас в течение августа иметь память Божию, потому что смысл человеческой жизни – соединение со Христом, соединение с Богом. И вот напоминание о Боге – это очень хороший знак в нашем церковном календаре и в нашем календаре таком урожайном. Раньше, когда люди в основном трудились на земле, своими руками взращивали плоды, им хотелось отблагодарить Бога за урожай, за обилие на столе, за те силы, которые Господь дал людям для работы. И такая благодарность проявлялась в храмовом освящении меда, яблок, хлеба и злаков. Сейчас же, в наше время, когда многие продукты доступны в магазине, их освящение несет символическое значение. Но, конечно, не стоит на них, ну, уповать как какие-то спасительные или там для духовной жизни полезные или там для какого-то оздоровления. Но это все-таки остаются обычными плодами, которые мы вырастили или вырастили где-то. То есть пестицидов или гербицидов, конечно, в яблоках меньше не будет. Праздник Преображения Господня или Яблочный Спас верующие отметят уже в эту субботу, 19 августа. А праздник нерукотворного образа Спасителя, Ореховый Спас, будет 29 августа. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.